Доброе утро! У нас 10 часов, и мы завтракаем с уральскими пельменями. Всем привет! Всем привет! Сегодня мы на канале Антон Долгой. Зеленый человек. И на зеленый... Так, едим? У нас уже почти 12. Я сейчас занимаюсь порядком в доме, в детских даже не навожу порядок, потому что еще 2 дня выходных, то есть сегодня и завтра. Но в нашей спальне разбираю все вещи, тут большая гора стирки. Вот, и сейчас буду приступать к кухне. Заложить нужно посудомойку обязательно, и в общем так вот навести порядок, помыть пол. И потом буду только готовить кушать, потому что мы только в 10 позавтракали. Я думаю, что в 12 обедать еще никто не захочет. А мальчики вот пошли доделывать брусья. Сейчас пойду проверю их, мне так интересно. Уже прибегают и просят кисточки красить брусья. Так что я думаю, что уже доделали, идут их красить. Вот такие вот дела. Так что у нас сегодня вот такие выходные рабочие. Потому что 2 недели, вот когда еще перед свадьбой, мы толком ничего не делали. Покупки к школе, покупки... к свадьбе, пряники к 1 сентября. В общем, все это требовало времени. И, знаете, уборка — это что-то такое относительное. То есть для кого-то вот такая вот обстановка, как у нас, это бардак. Для кого-то это нормально. То есть это настолько относительно. Сегодня у тебя может быть грязно, завтра чисто, не знаю. По мне, так лучше делать какие-то интересные дела и куда-то поехать, чем провести время за уборкой, которая вообще... Была бы кнопочка «Сохранить», было бы вообще круто. На кнопке «Сохранить» нет, есть 3 детей, и поэтому нужно жить, а не думать о порядках, как делают некоторые мои подписчики, и пишут мне о том, что что-то там не так, как им кажется. Но, ребят, надо жить, а не наводить порядки все время, как мне кажется, уделять лучше внимание детям. Вот, так что пойду посмотрю, что там мои дети. Так, приехала я с магазина. Купила в агрокомплексе кашу с говядиной. Здесь они разные, рисовая, вот эта вот перловая. В общем, 4 разные каши с говядиной. Это завтра нам для рыбалки. Здесь у меня обложки на тетрадки и на книги. Взяла специально книги. Вот таких вот нужно 10. И вот таких вот 2, это английские, большие, и на тетради еще взяла. И здесь же еще в этом магазине, называется у нас, как он называется? Оазис, вот, там все достаточно даже дешевле, чем везде. Кисточки, это папе красить, а это детям будут красить турник и тире брусья. Взяла ножницы, мы забыли их купить. И взяла еще точилку вот такую вот Григорию. И там еще 2 стерки. В общем, это все в Оазисе, а вот это все в Магните. Сейчас покажу. Так вот, показываем, что купила в Магните. Снежок. 3 снежка на всю нашу семью. 2 бариллы. Была опять по скидке, 60 рублей она уже стоит. Спагетти именно были по скидке. Так что 2 пачечки взяла. К ним же еще вот такой вот сырок, пармезан гранд, ну, не знаю, что это. В общем, главное, что твердый сыр потереть на спагетти. И вот такую вот пасту, которую тетя Тоня. Криль. Антарктик криль. Я не знаю вообще, что это такое, но попробую. Город Брест. Это все сделал. Санта Бремор, криль, это маленькая креветка, рачок. Дикий криль добывается в чистых холодных водах Антарктики. Так, и что же за состав? Масло растительное, мясо криля, вода, яичный желток и стабилизаторы, картофельный крахмал. В общем, здесь состав такой для красоты немножко, но попробуем, потому что тетя Тоня очень хвалила мне, что ее дети очень любят. Так, сырный соус сюда же к спагетти, если кто захочет. И снежок еще один. Здесь такой по мелочи. Взяли еще 2 карточки. Гадкие. Опять хлеб.
уже резаны беру, чтобы и детям было удобно, и мне. Салфетки. Вот именно в магните мне они очень нравятся, вот эти софт, потому что они не прилипают к рукам, когда вытираешь грязные, такие прям жирненькие руки. А то есть такие, которые прилипают. Еще потом нужно вытирать руки после салфеток. Фэри был за 50-49 даже там с чем-то. В общем, 50 рублей. Мне кажется, это сейчас очень дешево. Так, снежок. Еще один. Еще одни салфетки и три вот такие вот пакеты для заморозки. Но я их использую не только для заморозки, но и просто так, как фасовочные, потому что они... Ой, упала. Потому что они плотные, не такие тонюсенькие, как сейчас просто продаются фасовочные. Поэтому они вот эти вот мне очень нравятся. Мама, смотри, ты сейчас пойду посмотрю. Сейчас давайте сначала начнем съемку с конца. На что похожи наши деньги, да? Ты на кого? Нет, ты побольше прям подсолнечного масла. А теперь идем. Папа оттирает детей. Гришуля, а ты, пожалуйста, пойди включи ТН, хорошо? Это что такое, ваш турник? Да, завтра будет все. Да, до завтра должно все высохнуть, да? Все такая вот. Как это называется, брусья, да? Да. А вот турник. Турник для Антошки, вот для Гриши повыше, да? А вот это тоже можно использовать как турник, да? Только сейчас же ничего не трогай, сына. Да, потому что... Все покрашено, так и выкрасили. Мясо. Только отходи, сына. Лена кожу отодрала. Ну пошли, сейчас папа будет все вытирать, все будет хорошо. Антоша второй! Ты! Это ж первый сказал. Мама, меня тут нет. Папанечка, а что ты тут делаешь, сын? Тебе тут дорога? Дорогу ты сделал? Кто туда поедет? А, только трактор может, да? Трактор едет, да? Ага. Ну, это хорошо. А где тигр? А что тигр? Там те пацаны? Ты заходила? Да, смотрят Золушка по СТС. А и это кино. А вот тигр. Нет, это лев. А где тигр? Нет, а вот тигр повыше. Повыше где лев? Вот повыше. Вот красненький. Да, он смотрит на тебя, да, на твою дорогу? Что ты тут построил? Пошли туда, покажу. Куда? А куда о, ты идешь? Это дом там внутри. Ага. Я сделал террасу и даже двор успел. Да, с деревом, с пальмой, да? Угу. Неплохо, да? Как только папа поругал, сразу дети начали хорошо играть. Круто, да? Ой-ой-ой, двор отвалил. Ой, ну ты его хорошо, просто не поднимай, оставь, он же из кусочков. Ой, я танцы, да, через 25 минут танцы. Сегодня они как раз в Краснодаре будут показывать. А чё мы не поехали? Ну а ж ты бы там танцевал? Там же это кастинг. Все, кто умеет танцевать, туда приходят. А, кастинг? Угу. Я умею танцевать. Да? Я думала, это сами танцы. Краснодар, танцев! Даже не выключай. Ну что ты не мог сразу выключить? У меня нет опыта, ни классической базы, ни большого опыта, ни физиографического, ни... Это ж... Афоня!